Всем привет, с вами Информ ТВ. Вслед за матерью известной актрисы Ирины Алферовой в больницу экстренно попал Станислав Любшин в тяжелом состоянии. Вот только диагноз у народного артиста другой. Его госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Как сообщают телеграм-каналы, у актера диагностировали тяжелый гипертонический криз и подозревают инсульт. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Помимо сердечных проблем, Любшин страдает от симптомов простуды. Медики отмечают, что в перспективе его состояние может ухудшиться, хоть они и делают все возможное. Всему виной пожилой возраст актера. Напомним, Станислав Любшин прославился ролями в культовых картинах «Кин-дза-дза», «Щит и меч», «Мне 20 лет».